Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале Мэйлао. Сегодня хочу показать вам краситель жидкий Ультра Мультифрукт. Его фасовка 10 мл, а поставщик Германия. Вот он выглядит в такой бутылочке. Видите, он ярко-оранжевый. В очень удобном дозаторе. Можно делать столько капелек, сколько вам нужно. Его преимущество в том, что он экономный. Достаточно будет несколько капелек, чтобы цвет был яркий, насыщенный. Он не тускнеет, даже со временем. Бывает, что красители такие не очень качественные, поэтому просто мыло со временем тускнеет, теряет свой цвет. Этот же краситель не потеряет цвет, он не потускнеет, будет ярким. Ваше мыло или свеча будет такой же красивой, как и раньше. Он не мигрирует, что очень удобно. Также выдерживает высокие уровни pH. Также у нас есть большой ассортимент такой цветовой гаммы. Он очень прост в применении, прекрасно смешивается с остальными компонентами. В косметическое применение это цветное мыло ручной работы, например, различных цветов. Также можно делать маленькие детальки, окрашивать формочки, которые будете делать мыло. Многослойное мыло. Эти красители не смешаются, они будут четко, ярко отдельные. Это будет очень красиво смотреться. Также можно делать мыльные статуэтки и любую другую мыльную продукцию. Я хочу раз еще раз его показать. Вот такой вот он оранжевый, очень яркий, красивый. Его можно применять везде. Он очень удобный, он не имеет никакого запаха. Если вы немножечко можете вымазаться, то легко его смоете, он не берется к рукам. Спасибо, что посетили мой канал, приходите ко мне еще. В прошлый раз я снимала мастер-класс по изготовлению мыла «Пасхальное яйцо». Вы можете посмотреть ссылочку внизу под этим видео. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться. Хорошего вам настроения!